В детстве я активно занимался музыкой, пел в вокальной студии и мечтал стать крутым артистом. В 18 лет я приехал в Киев на вступительные экзамены в Киевский университет культуры и искусств. Первый экзамен был самым главным – это вокал, а в поезде меня жутко просквозило, и я не мог петь. Я помню, как я зашел в кабинет к преподавателю, начал петь, и спустя 5 секунд она меня останавливает со словами: «Зачем ты сюда пришел? У тебя нет будущего на сцене, у тебя больной вокальный аппарат». Я не знал, что делать, у меня были смешанные эмоции, но я взял волю в кулак и сказал ей: «А я все равно попробую, а там жизнь покажет». Для того, чтобы достичь успеха, нужно быть сильным, как морально, так и физически. Поэтому обязательно нужно заниматься спортом, ведь спорт закаляет. Не бойтесь что-то делать, даже если вы не уверены, ведь любое действие гораздо лучше бездействия. Делайте ошибки, но обязательно учитесь на них. Верьте в себя, и все у вас получится.